10 мая. Мы приехали за Каму в Сосновый Бор. На Большую Сосновую. Сегодня нам обещают 28 градусов жары, солнечно. Погода как в июне, в июле. Мы одеты по-летнему. Даже не верится, что у нас так тепло. Вот приехали погулять по экотропе Большая Сосновая. Может быть, попадутся грибы. Вот подходим мы к первой стоянке. Там вон велосипедисты тренируются. Видимо, первая стоянка, лесной класс. Посидим здесь. Показалось, что гриб. Никаких у нас тут ни сморчков, ни строчков. Я их в жизни ни разу не видела. В жизни. Ни в нашем лесу, ни в этом. Думаю, что и сегодня они нам не попадутся. Вот такое место. Сейчас мы тут посидим, отдохнем. Ну, тут что-то костры жгли. Хотя там есть специальное место жечь. Ага. Где посидим-то? На каких лавках? На этих? Ну, стульчик. Трон. Вот тут старые бумажки оторвались. Вот остались такие липа, ива, сосна, ель. Что-то все тут ободрали за те полгода, что нас не было. Большая Сосновая. Первые поселения человека в этих местах появились примерно во втором тысячелетии до нашей эры. Вот, обнаружили здесь стоянки бронзового периода. Вот, памятник природы, как типичный представитель прикамских лесов. Смотрите, это что, кормушка такая? Или что это? Так приятно, шишки под ногами. Это лазить, что ли? О, так приятно дерево подержать теплое в руках. Так, поднимаемся в третий ряд. Так, посидим сейчас. Отдохнем, воды попьем. О, там еще стоянка дальше видна. Сидим, отдыхаем в школьном классе. Если дождь пошел, да, тут сидишь нормально. Можно палатку тут поставить, ночевать. Ходим еще вон там, посмотрим, шалаш с цепями. Вообще место классное. Песок, так тепло. Кажется, мы где-то на юге. Ну, вот сначала по этой штуке пройдем. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ой, оно качается. Это очень сложно. Так-так-так-так-так-так-так. И прошли. Ура. Так. Здесь вот такая штучка. Все это бесплатно. Пожалуйста, приходите, гуляйте. Так. Лезем на чердак. Если мы там поместимся, конечно. Хоп, там шишки. Нормально, да? Как мы высоко. Так. Так. Вот я. Лесопедисты сюда едут. Скворечник вот такой. Погода просто райская. Летом редко такая бывает классная. Даже не верится, что это 10 мая. Так, ну покидаем мы эту стояночку и идем дальше. Одни велосипедисты
Вот такое местечко тоже под крышей, непромокаемое. Ой, сколько этих велосипедистов, ужас. Сейчас мы уйдем вглубь маршрута. Здесь ягодная трава, будут здесь ягоды потом. Мы уже прошли несколько таких куртинок. И потом мы приедем сюда за ягодами. Пахнет растопленной смолой. Приятный запах из детства такой. Вот еще кучка будет ягод. Сюда приедем. И вот здесь тоже кустики. Тут тоже будут ягодки. В общем, гуляем, пока никаких грибов не видели. Это была еще последняя надежда. Вот перед нами противопожарный ров. Проходит через всю вселенную. Какой брусничник большой, смотри. Покажи. Там много было этих стробелярусов. Весенние грибы стробелюрусы. Съедобные, можно сказать. Тот молодой сосняк идем проверять. Ушли с тропы в самые дебри. Надеюсь, не заблудимся. Потому что здесь, уходя с тропы, тут сплошная зеленка по карте. Блуждать долго будешь. Смотрите, мох. Цветет. Ну, цветет или что это, как он выпустил свои штучки. Смотрите, в каком мы классном месте. Хорошо, что мы сюда пришли. Вот. Под нами такая впадина. Мы на горе. Смотрите, что. Кто-то взял, сломал эту, потом вот эту. Вредители просто. Тут даже вот смола блестит. Свежий, вот буквально вчера или когда. Вредители просто. О, смотрите, воронка. Здесь ведь раньше взрывали. Мы снаряды находили в детстве. И там мусор в воронке. Старый мусор. Помнишь, раньше в детстве-то мы снаряды тут находили? Идем наугад. А, вон собака и человек. Все, нормально. Не заблудились. А, я думаю. А, и столб вижу. Все, не заблудились. Ура. Ты видела? А я-то наугад шли и вот не заблудились. Как хорошо. Самое главное. О, цветок. Цветок редкий-редкий. Ома. О, сейчас мы с вами увидим. Это цветок из красной книги. Он растет только в этом лесу, но очень-очень редко. Ой, у кого-то их очень много. У нас это просто редкость великая. Смотрите, он уже... Видишь? Да, я его. Это сон-трава. По-моему, он так называет. Помнишь, мы с тобой его находили давно, давно за камой? Какой прекрасный цветок. Но мы не рвем цветок. Не, мы его рвать не будем. Мы вообще в лесу не рвем цветок. Это вот первоцветы. Ну, я имею в виду первые после снега цветы бывают. Такой вот прекрасный цветок нам попался. Среди этого сушняка бесконечного. Такая красота. Идем дальше. Идем дальше. Слышишь, эти опять гоняют? Прям слышно. А вообще так тихо, хорошо. Как будто мы в каком-то санатории вышли на прогулку. Прям забываешь обо всем. Вот мы снова дошли до этого рва. В другом месте только его пересекли. Тут все ягодники будут. Представляете, сколько здесь будет много ягод. Вот ягоды будут все. И дошли мы до щитка. До очередного. Правда, их должно быть 7. Но мы в тот раз не могли найти остальные. Ну, темно было уже. Мы поздно были. Большая сосновая, для чего опахан лес. Минерализованные полосы. Одна из мер по предотвращению лесных пожаров. Вот она, эта полоса. И вот как ее опахивают. Вот мы вышли на тропу опять.
по вот этим штучкам ориентируемся, и то, что здесь вот идет линия электропередач, будем держаться ее. Фуражку никому не надо. Отличная фуражка. Продолжаем тут прогуливаться бесцельно. И смотрите, как высоко. Я поверху иду. Вон там. Вот будут ягоды тоже. Какой тут брусничник, а тут черничник. Здесь тоже такая долина красивая, впадинка. Тишина. Птички поют. Дошли до квартального столбика 58-59, 48-49. По указателю пойдем. В тот раз-то мы все вот здесь закончили. Ага, пошли туда. Внутри 82 сделано. Там потому что тоже был знак. Ну-ка, я сейчас на следующем проверю. 82. Смотрите, там было 82, а здесь 80. 79. Прикольно. Надо же, кто-то делал на каждый столб. Вот, в тот раз мы здесь не были. А вот куда надо было идти-то. Большая сосновая экологическая тропа. Флора и фауна. В верхнекуринских лесах, по данным ученых, произрастает 335 видов растений. В том числе редкие охраняемые виды. Любка двулистная. Помнишь, мы любку двулистную-то находили? А любка двулистная, она цветет раз в 12 лет она цветет. Ночная фиалка. Вот, видите, любка двулистная относится к орхидным. Ее называют ночной фиалкой, так как цветки особенно ароматны в вечернее ночное время. Цветки прострела раскрытого. Вот мы встретили-то, синий-то прострел. Или сон травы. Появляются раньше листьев. Это растение с давних времен служило для магических и ритуальных обрядов. Часто встречается в русской поэзии. В сырых сосновых лесах, по окраинам поросших сосняком сфагновых болот, растут боровики, белые грибы, маховики и различные разновидности сыроежек. Ой, я прям не могу это читать спокойно. Осенью на умеренно влажных и замшелых местах можно встретить подгруздок черный. На влажных местах, в небольших понижениях, на просеках, лесных прогалинах и опушках растут рыжики. Смотри, хорошая туда уходит тоже. Так, ну вот, мы все правильно двигаемся. О, какая тоже ветка свалилась сверху. Такое вот мы местечко придумали. Тут пенечек хороший. Здесь у нас стул с собой легкий очень. Поедим, отдохнем. Ой, хорошо как. Взяли сегодня яички, сосиски, хлеб с маслом, чай. И сейчас покушаем. Посидим. Отдохнем как следует. Вот такой у нас обед сегодня лесной. Колбаса, это сосиска, яйцо, чай, конфеты и батон с маслом. Ну вот, мы покушали. Сейчас пьем чай, сидим с конфетами. Еще кружку остывать налили, остужаться. Это наш столик, мы его всегда носим с собой. Эльдорадская досочка. Это у нас мусор тут. Скорлупа, да чё? Это НЗ на обратный путь остался хлеб. Ну и много конфет осталось. Сидим, просто балдеем. Не бросаем мусор в лесу. Отдыхаем. Хорошо так прямо вообще. Тепло. Ночью было тепло. Мы ходили на салют. Под ногами у нас старые хвоинки. Вот, смотрите. Сосна. Так, вот так хорошо видно будет. Сосна. Она на две всегда идет. Иголочки. А этот, господи, кедр. Кедровая сосна. Она на пять иголочек. Как отличить? Ну, вот сидим тут, нормально так все вокруг, сосны,
Тишина. О, смотрите, какая раздвоенная сосна, тоже красивая. Тут ров идет противопожарный. 75. А здесь вот тоже такой ложок под нами. И там все тоже брусничник или черничник. Ух ты, какие корни древние. Вот сюда идет корнище. Надо же, какие корни, да?